В то утро Агата Ивановна отправилась за продуктами вместе с гостившей у нее подругой Ниной Георгиевной. Агата вышла из магазина чуть раньше. Ага, вот ты где! Попалась? Это вы мне? Тебе, тебе! Пожилая женщина, как не стыдно, а туда же! Что-то я не пойму. Сейчас поймешь, а ну уворачивай карманы! Это с какой стати? А с такой стати, что ты у меня кошелек украла! Да что ты несешь? Какой кошелек? Какой-какой? Такой, обыкновенный! У меня там 1000 рублей была! А ты за мной в очереди стояла! Я когда продукты упаковывала, тут ты, наверное, его и сперла! Хорошо, я когда к двери шла, проверила, кошелька-то нет? Что здесь происходит? Да вот, говорит, я у нее кошелек украла, надо же такой выдумать, а? Не выдумать, а ну уворачивай карманы! Да на! Ну вот, вот он мой кошелек! А деньги? Где мои деньги? Где 1000? Какая 1000? Я никакой 1000 не видела, и кошелек первый раз вижу. Знаешь что, моя дорогая, либо отдавай мою 1000, либо я сейчас полицию вызываю. Да как же это, Агатушка? Спокойно, спокойно, Нина Георгиевна, полицию говоришь? Хорошо будет тебе полиция. Мы вызовем полицию, да. И пусть разберутся, кто тут у кого что украл. Владимир Сергеевич, у нас тут история вышла. Вскоре вся компания, включая потерпевшую, прибыла в мой кабинет. Скажите им, чтобы они деньги мои отдали. Гражданочка, вы сначала успокойтесь и сперва назовите ваше фамилию, имя, отчество и адрес вашего проживания. Зарецкая моя фамилия. Тамара Станиславовна. Адрес: улица Гагарина, дом 18, квартира 56. Ну хорошо. Тамара Станиславовна, вы уверены, что именно вот эта женщина украла у вас кошелек? Ну я точно не знаю, я так не видела. Ну а кто еще-то? Она же ближе всех ко мне стояла. А потом кошелек-то у нее оказался. Подкинули. В магазине, между прочим, очередь была. Там знаете, сколько народу толкалось? Не могла Агата кошелек взять. Я сразу за ней стояла и все видела. А вас вообще никто не спрашивает. Насколько я понимаю, вы подруги, да? Да, подруги. Ну тогда о чем вообще может быть разговор? Так, да хватит припираться. Давайте спокойно все обсудим. Некогда мне здесь все спокойно обсуждать. Я вообще на одну минутку выскочила в магазин. У меня дома 3-летний внук один сидит. Мне идти надо. Хорошо, гражданка Зарецкая, идите домой. А если вдруг понадобитесь, я вас вызову. Спасибо. Ну, воровка. А такой слышу. Ну что, Агата Ивановна, рассказывайте, как все было. Владимир Сергеевич, ну я не знаю, как так получилось. Ну неужели в этой дуре поверили? Да нет, конечно, Агата Ивановна. Я знаю, что вы ничего не крали. Но ведь кто-то украл этот кошелек и к вам подбросил. Украл, деньги вытащил, а кошелек Агате в карман подсунул. Вот подлец. Да, странное дело. Давайте я вас обеих до дома довезу, а по дороге пообщаемся. Слушай, Володь, а может нам это с продавщицей поговорить? Вдруг она что видела? Я уже Сашку Иванову туда направил, но думаю, что это все бессмысленно. Продавщица своих проблем по горло. Некогда и покупателей разглядывать. Кто же мог такую штуку устроить, а? Ну, вообще-то, карманники – это воровская элита. Профессионалы высшей пробы. Но в вашем случае мог действовать и дилетант. Если кошелек сверху лежал в сумочке, то вытащить его можно без всяких усилий. Вы никого подозрительного в магазине не видели? Да не глядел я по сторонам-то. Кто же мог знать, что такое случится? А я видела. Мальчишка там один вертелся, странный такой, лет 15. Помнишь? Помню, он еще так это повертелся, а потом раз и в очередь влез. И что? Подошел он, значит, к продавщице и бутылку пива попросил. Нет, вы представляете, а? Шкет малолетний, все туда же, пиво ему подавай. Продавщица-то его, конечно, турнула. А он? А он прям как будто этого ждал. Он прям сразу раз и выбежал из магазина. Так, уже теплее. А вы не запомнили, как он выглядел? Запомнила. Но самое-то интересное потом было. Я ж когда из магазина выходила, то краем глаза машину увидела, легковую.
Ну ты глазастая. Да я случайно, честно говоря, заметила. Я потом сразу и забыла. Потому как тебя с этой вот сумасшедшей бабой увидела. Нина Юрьевна, а вы точно помните, что именно этот мальчик, который в магазине шастал? Да, конечно. Я еще подумала сразу, надо же, а? Шалопут. Видно, он с кем-то из взрослых приехал, а за пивом, видите ли, сам побежал. Ну, не странно ли? Ну, чего? Может, поедем? Поехали. А вы не запомнили, кто в машине-то, не заметили, сидел еще, кроме этого мальчишки? Нет, не помню. Я ж к Агате на выручку поспешила. Ну, хотя бы марку или номер автомобиля. Красного цвета. А в номере двойка, нет, тройка и девятка была. Замечательно. Вот всегда бы мне такие бдительные свидетели попадались. Владимир Сергеевич, а вы думаете, что вот этот мальчишка и есть вор, да? Обычное дело. Он, скорее всего, в магазин-то пришел и пиво спросил для того, чтобы оправдать как-то свое появление. А сам спер у Зарецкой кошелек. А машина? Наверняка он не один работает, а под прикрытием взрослых жуликов. Они его на точку на машине привозят на торговую, а потом забирают. Обычная стандартная схема. Владимир Сергеевич, ну вы уж постарайтесь его найти, да это прям мне неудобно. На старости лет в воровки записали. Агата Ивановна, я сделаю все, что смогу. Ну вы уж сообщите нам, если... Чего? Конечно, конечно, сообщу. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Вернувшись к себе, я передал своим коллегам-полицейским сведения о машине, которую заметила Нина Георгиевна. Привет. Привет. Над чем корпишь? Слушай, завелся у меня на участке один карманник. Парень лет 15. И что самое интересное, его какие-то мужики крышуют взрослые. Все время его ждет машина и увозит. Машина, говоришь? Не красная иномарка, 993 номер. А ты откуда знаешь? Да я сам на нее пару раз внимание обратил. Первый раз на Ленинградском проспекте возле кафешки, а второй раз возле магазина на Молодежном бульваре. И пацана я это увидел, он как раз из магазина выскочил, как ошпаренный, а ему вслед кто-то орет. Сигарет тебе? Не дорос еще до сигарет? Ну точно, все сходится, тот же самый почерк. Значит, они последовательно проезжают все магазины, ларьки, а потом пацан в очереди трется, спрашивает у продавцов продать ему пиво или сигарет, а между делом под шумок кошельки воруют. Очень похоже на правду. Одно непонятно. Почему он просит именно те товары, которые ему продавать не имеют права? Ну, попросил бы, например, жвачку, и тем самым вообще бы никаких подозрений не вызвал. Извини. Макеев. Да? Вы уверены? Понял, спасибо. Что-то случилось? Ребята нашли этот автомобиль. И номер совпадает, и цвет, как ты говорил. И кому он принадлежит? Это служебный автомобиль. И он закреплен за отделом торговли городской администрации. Вот это новости. И что ты думаешь делать? Поеду в городскую администрацию, поговорю с руководством, что за ханурики на этой машине рассекают. Тебя подвезти? Подвези. Поехали. Агата Ивановна попала в нелепую ситуацию. В продуктовом магазине кто-то подсунул ей в карман кошелек, украденный у одной из женщин, стоявших в очереди. Потерпевшая Тамара Зарецкая заявила, что из кошелька пропало 1000 рублей, и обвинила в краже Агату Ивановну. Но я-то знал, что Агата не виновата. И стал искать настоящего вора. В деле о карманнике, по словам очевидцев, фигурировал красный автомобиль. В него запрыгнул выбегавший из магазина мальчик. Но мне удалось узнать, что автомобиль принадлежит городской администрации. Я решил направиться туда и все выяснить. Вот такая случилась история.
Поэтому мне хотелось бы знать, вы в курсе, кто пользуется автомобилем, закрепленным за вашим отделом? Конечно, в курсе. А кто мог сегодня пользоваться им между 10 и 11 часами утра? Я и мои сотрудники из отдела по защите прав потребителей. Интересно. А что же вы делали возле продовольственного магазина на углу Северной? Так мы уже второй день проводим рейды по торговым точкам. Проверяем, как продавцы соблюдают законы. Ну, например, не продают ли спиртное или сигареты несовершеннолетним. Да? И как же вы это проверяете? Ведь никто из продавцов добровольно не скажет правду. Конечно, не скажет. Их надо за руку ловить. Вот для этого у нас есть несколько несовершеннолетних ребятишек. В основном это дети сотрудников. Мы их посылаем в магазин. Они просят продавцов продать им спиртное или сигареты. А если продавцы соглашаются, тут же появляемся мы. Налагаем штрафы и составляем акты. Ловко. Так значит, тот мальчишка, который забегал сегодня в магазин на углу Северной и просил продать бутылку пива, это тоже ваш агент? Вы знаете, это мой сын Паша. Он у меня очень стеснительный. Мне пришлось его долго уговаривать, потому что остальные ребята уже примелькались. А продавец не должен знать, что это подставное лицо. Да, ошибочка вышла. Скажите, я могу поговорить с вашим сыном? Конечно. Он сейчас как раз дома. Хотите, я его предупрежу, чтобы он никуда не уходил? Да, пожалуйста. Здрасте. Здравствуй. Ты Павел Трофимов? Да. Вы из полиции? Мне мама звонила. Ну да. Слушай, Паш, ты сегодня утром, когда был в магазине на Северной, ничего подозрительного не заметил? Да нет, ничего особенного не заметил. А что там могло произойти? Меня люди интересуют. Может, кто-то в сумочки заглядывал, либо по карманам шмонал? Да нет, ничего не видел. Да у меня и мысли совсем про другое были. Мама сказала, задание очень ответственное, я еще не привык. Да и на меня продавщица в одном магазине рявкнула. Мне аж не по себе стало. Ну что ж, поделаешь, надо. Понятно. Значит, ничего не видел. Ну что ж, вопросов больше нет. Спасибо. Да успокойся ты, не мельтеши. Тебе хорошо говорить, тебя никто воровкой не называл. Ну ты же знаешь, что ты не воровка. От напраслины кто угодно пострадать может. Вот я и страдаю. Что-то Макеев не звонит, нашел он кого или нет. Да времени-то совсем ничего прошло. А если тебе не имется, вон, телефон. Возьми, позвони ему сама. Поинтересуйся. Не, я лучше схожу, это не телефонный разговор. Ну, как знаешь. А я пойду еще раз в магазин схожу. Масло там и с тобой забыли купить. Агата Ивановна застала меня на рабочем месте. Я как раз вернулся к себе после разговора с Павлом Трофимовым. Владимир Сергеевич, нашли кого-нибудь? Нашел, Агата Ивановна, да не того. Безобидный наш мальчишка оказался. Благородным делом, кстати, занимается. А мы про него так подумали. Ну кто ж тогда кошелек-то украл? Пока не знаю. У меня вот какая мысль из головы не выходит, Агата Ивановна. Зачем этому вору понадобилось вам пустой кошелек подбрасывать? Казалось бы, совершил кражу, ну, убегай, пока тебя не заметили. А он наоборот. Кошелек вам подбрасывает, чтобы подставить, видимо. Сама удивляюсь. Вот и я удивляюсь. Не было ли у него с вами личных счетов? Ведь многие знают, что вы со мной сотрудничаете. Мог кто угодно отомстить. Точно. Вот, например, этот Мишка Игнатов. Здешний хулиган. Он все время мне угрожает. Мы, кстати, с ним сегодня в магазине виделись. Да? А почему вы мне про это не рассказали? Да это мы всего на секунду столкнулись с ним. Он там у витрины что-то рассматривал, а тут я подошла. Так он так на меня зыркнул и в сторону отошел, ни слова не говоря. Игнатов, Игнатов. А, это тот, по которому уже давным-давно тюрьма плачет. Давно надо было его посадить на несколько суток хотя бы. Это, кстати, вы меня вывели на него, помните? То-то и оно. А он этот Игнатов-то, знаете, какой злопамятный. Вот вчера выхожу из квартиры, а он тут как тут и уже под датой.
А, Агата Ивановна, здрасте, здрасте. Ну, пропусти, Охламон. А если не пропущу, что мне за это будет? Опять Макееву нажалуешься? Не нажалуюсь. Пропусти, тебе говорят. Ладно, попомнишь ты у меня. Вот наглец, а. Давно надо было ему по полной программе впаять. Тут и оно. А вдруг он неспроста грозился? Мог и отомстить. Мог. Спер кошелек у Зарецкой. Он ведь у нас нигде не работает, денег не имеет. А потом увидел вас у прилавка. И решил убить двух зайцев, подбросив вам кошелек. Точно. Намол тебе законница. Оправдывайся, если сможешь. Ну ничего, Агата Ивановна, вы не переживайте. Я с ним разберусь. О, Сашка, привет. Ты как раз вовремя. Слушай, пробегись-ка по нашему району, по всем магазинам, посмотри там что к чему. А я пока к нашему тунеядцу загляну, Игнатову. Ну все, давай, до связи. Главное, чтобы он был дома. Похоже, не повезло. Да-да. Когда я вернулся к себе в опорный, ко мне заглянула взволнованная Нина Георгиевна. Что случилось-то? Сейчас на Северной. Ну, возле того магазина, где Агате кошелек подсунули. Со мной такая же история приключилась. Пошла я, значит, за маслом. Выхожу из магазина, а за мной следом... Женщина! Женщина, подождите! Это я, что ли? Вы! Постойте! Как же вам не стыдно? А чего мне стыдиться? Как чего? Вы только что у меня бумажник украли. Да вы что? Чего вы такое говорите? Украли, украли, я сам видел. Не сразу сообразил, замешкался. Да вы что, ничего я не брала, ваш бумажник. Нате, вот, вот. Ой! Здесь была 1000 рублей. Где она? Я не брала никакую 1000, и ваш бумажник я... Вот что, гражданочка, отпираться бесполезно. Бумажник выпал из вашего кармана. Неужели вы будете утверждать, что он туда сам запрыгнул? Я не знаю, как он туда попал. Может, мне кто-то подкинул, все. Ладно, хватит сказки рассказывать. Надо бы полицию вызвать, но из уважения к вашим годам... Отдавайте мою 1000, разойдемся по-хорошему. Это к каким это годам, а? Это что я, по-вашему, старая, да? И не нужно мне одолжение делать. Так, хотите полицию? Будет вам полиция. Сейчас. Так. Куда? Знаете, я... Сразу хотела вам позвонить, уже телефон достала, а он убежал. Вот такая беда у меня, Владимир Сергеевич. Что делать? Я не знаю. Нина Георгиевна, взгляните-ка вот на эту фотографию. Вы узнаете этого мужчину? Ну, конечно. Это же этот забулдыга, который у Агаты в подъезде живет. Нет, ну, если вы думаете, что это он, нет, это... Я вас понял. Давайте я вас до дома довезу. Мне как раз в одно место заехать надо. Хорошо. В кармане у Агаты Ивановны оказался чужой кошелек. Потерпевшая Тамара Зарецкая заявила, что из кошелька пропало 1000 рублей и обвинила Агату в присвоении денег. В деле карманника, по словам очевидцев, фигурировали мальчик и красный автомобиль. Но, как выяснилось, отношения к мошенничеству они не имели. Вскоре аналогичная история произошла с подругой Агаты, Ниной Георгиевной. Оказалось, что в городе орудует целая шайка, и случаи с Агатой Ивановной и ее подругой имеют один и тот же почерк.
Надо было его держать и мне сразу позвонить. Да я как только телефон взяла, он сразу вырвался и убежал. Я сначала думала, что правда у человека деньги пропали. Больше он к магазину не вернется. Это факт, мы его спугнули. Ой, Господи, что ж делать-то? Я вот что думаю. Вот эта первая жертва, Зарецкая. Интересно, она с ним заодно или это просто случайность? Она же вам адрес оставила. Помню. Улица Гагарина, дом 18, квартира 56. А ведь у вас же в списке жильцов есть. Вот посмотрите, кто в этой квартире живет. У меня сейчас с собой списков нет. Давайте мы прокатимся до этого адреса, и так быстрее будет. Ну, хорошо. Нужную квартиру мы с Ниной Георгиевной нашли быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я участковый, Макеев Владимир Сергеевич. Скажите, я могу видеть Тамару Станиславовну Зарецкую? Зарецкую? У нас таких нет. А вас как зовут? Прохорова Зинаида Геннадьевна. Одна я здесь живу. Никакой Тамары у нас отродясь не было. Понятно. Скажите, а среди ваших соседей никого с такой фамилией нет? Нет. Никогда о таких не слышала. Все ясно. Ладно, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Так я и думал. Ну что, больше нам здесь делать нечего. Пойдемте. Не расстраивайтесь, Владимир Сергеевич. Лучше чайку попейте. Ну как же тут не расстраиваться-то, Агата Ивановна? Меня обвели как пацана. Ну с кем не бывает. Я ведь сразу должен был проверить и адрес, и эту фамилию ее. А что, и фамилия тоже у нее не настоящая? Нет. Я попросил своих коллег, чтобы они пробили по всем базам. Вот они только что мне отзвонились и сказали, что никакой Тамары Станиславовны Зарецкой в нашем городе не проживает. Я все-таки не совсем понимаю, в чем тут выгода? Подходит к вам человек, затевает с вами скандал. Как будто вы у него кошелек украли. А потом этот кошелек находит у вас в кармане. Ведь очень трудно доказать будет, что это не вы его взяли. Правда? Правда. Ну, а речь идет всего лишь о какой-то 1000 рублей. Ну, вот вам предлагают по-хорошему отдать эту 1000, чтобы не заявлять это об этом в полицию. Ну, вы же отдадите? Да ни за что не отдам. Я ж не виновата. Ну, вы-то, Агата Ивановна, молодец, вы человек принципиальный. А вот простой обыватель, скорее всего, отдаст эту свою 1000. Так значит, это Зарецкая, или как там ее по-настоящему? И тот мужичок с портфельчиком, который ко мне прицепился, они из одной шайки, что ли? Однозначно. Да, Андрей. Слушай, я только что на Гвардейской, возле гастронома, любопытную сцену наблюдал. Стоят напротив друг друга две женщины, и одна другой заявляет, что та у нее кошелек украла. Ну, вторая, естественно, отнекиваться, а потом... А потом выворачивают карман и находят тот самый кошелек у себя в кармане. Все правильно. Так вот та, которая будто бы украла, с перепугу отдала не то 1000, не то 1500. Я не разглядел. Подхожу к ним и говорю, не хотели бы, милые дамы, в полицию обратиться? А нет, меня в разные стороны. Понятно. Где, говоришь, находится этот гастроном? Улица Гвардейская? Вот Савельев молодец. Успел щелкнуть этих двух мадам возле гастронома на свой мобильник. Выслал мне по почте. Ну, узнаешь? Зарецкая. Все сошлось. Как она ловко нас всех обвела, а? И ведь в опорный пункт ко мне не побоялась прийти. И фамилию придумала с адресом. Кстати, про внука еще наплела, помнишь? А ведь я мог ее в два счета раскусить. Товарищ мэр, как вы думаете, эти мошенники, они давно действуют у нас? У нас, думаю, недавно. Иначе бы информация быстро прошла по району. Гастролируют по городам по-разному. Ну, нельзя подолгу задерживаться в одном месте, могут примелькаться. Как же мы их ловить будем? Ведь даже их настоящих фамилий не знаем. А вот тут, Саня, надо крепко подумать. Ты как хочешь, Нинка, а я этого так оставить не могу. Тут, можно сказать, честь моя задета. А моя не задета. Меня, между прочим, тоже оболгали. Тогда будем действовать вместе. У Макеева свои методы, а у меня свои. Ты что задумала? Хочу этих мошенников на чистую воду вывести. Ну, а ты мне в этом поможешь, если не боишься. Я боюсь. Да я никогда ничего не боялась.
Да ладно, тут целую банду разоблачить надо. Да как ты ее разоблачишь? Их ведь сначала поймать всех надо. Есть у меня одна задумка. Значит, мы знаем, что в банде этой работают двое. Ну? А может, больше? Ну? И работают они все по отдельности. Очевидно, для того, чтобы не мелькать лишний раз физиономией. Да что ты так решила? Может, один работает, а другой издалека за ним наблюдает? А оттого я так решила, что если бы этот твой мужик с портфелем вот сегодня утром за нами наблюдал, то днем он к тебе бы не подошел, постерегся. Ну, хорошо, а дальше? Значит, магазин на Северный. Они уже в покое оставили, больше туда не вернутся. Теперь они настроились на гастроном на Гвардейской. Ты слышала, что Савельев Макееву по телефону сказал? Ну, слышала. Ну вот. Значит, очевидно, и мужик этот с портфелем туда придет. Вот тут мы его и выследим. Ой, выследим ли? Может, пока мы с тобой там дома чаи распивали, он уже свое черное дело сделал. Не, я так не думаю. Они же понимают, что главное выждать, повременить. А вдруг они до завтра временить будут? Мы с тобой тут, вон, околеем уже, не лето уже. Цыц! Нечего раньше времени паньку разводить. Я чувствую, что у нас все получится. Ой, не знаю. Стой, дальше не пойдем. А то, если они уже здесь, заметить могут. Они же нас утром, как-нибудь, хорошо запомнили. Да, давай тут постоим. Гастроном-то отсюда, вон как хорошо видно. Ага. Ну и мы с Ивановым не теряли времени даром. Но все-таки это лучше, чем ничего. Конечно, товарищ майор. Теперь главное набраться терпения. Возможно, придется долго ждать. Мы люди привычные. Ну хорошо. Тогда пошли. Зря ты это все затеяла. Целый час уже здесь стоим, а никого нету. Терпи. Это ж не поезд, чтобы по расписанию уходить. Девушка, постойте. Да-да, вы. В чем дело? Вон он, голубчик. Ты посмотри, как же я его пропустила, когда он в магазин ходил. Будьте добры, верните мне мой бумажник. Какой бумажник? Только что в магазине вы у меня вытащили бумажник. Я не сразу сообразил, но потом догадался. Кроме вас это было некому сделать. Слушайте, да вы бредите, я сейчас полицию позову. Замечательно, тогда вас обыщут, найдут бумажник и привлекут вас к ответственности за кражу. Зовите. Слушайте, что вы ко мне пристали? Нет у меня вашего бумажника. Нашли? Доставайте, доставайте. Так. Тут была 1000 рублей. Где она? Я не знаю, я ничего не брала. Ну что же? Значит, все-таки придется вызвать полицию, составить протокол. Нет, а можно как-то без полиции? Я могу свою 1000 отдать. Девушка, уберите свои деньги. Вы что, не видите, что он вас дурит? Да вы, собственно, кто такая? О, здрасте, приехали. Не узнал, голубчик. Это не ты ли мне сегодня тоже вот такой вот свой бумажник в карман подсовывал, а? Да я вас первый раз вижу. Да ладно, что с ним разговаривать? Я звоню Макееву. О, Владимир Сергеевич. Вам, гражданин, придется в отделение полиции проследовать. А от вас, Агата Ивановна, я такого не ожидал. Вы что, опять решили в одиночку весь преступный мир искоренить в нашем районе? Да почему же ты в одиночку-то? Мы тут с Нинкой. Говорила я тебе, глупости затеяла, только на холоде зря проторчали. Да ладно, не жалуйся. Владимир Сергеевич, а где эта вторая, которая меня облапошить хотела? Найдем. Теперь это дело техники. Ну, Агата Ивановна, вам спасибо большое, вы свободны. Вам придется проследовать с нами. А вам, девушка, придется заявление написать. Надо будет прийти к нам в опорный пункт. Вы знаете, где он находится? Вот и отлично. А сейчас вы свободны. По какому праву вы меня задержали? Это я жертва преступления. У меня деньги похитили. Ничего у тебя не похитили. Прокололись вы, граждане-бандиты. Гастроном оборудован камерами видеонаблюдения. И на них отчетливо видно, как ты подсунул кошелек вот этой девчонке в карман. С кем работаешь-то? Фоменко ее фамилия. Лидия Григорьевна. Это она все придумала, я тут ни при чем. Она просто просила помочь, я с дурей согласился. Она тебе кто, родственница? Да нет, просто живем вместе.
Год назад познакомились в Саратове, оттуда и приехали. И много вы с ней городов исколесили уже? 3 или 4. Ма. Да она. Ну, отвечай. Скажи, что через 5 минут будешь дома, все хорошо прошло. Да, Ледок. Ничего не случилось. Все прошло гладко. Скоро буду дома. Вот и отлично. Пошли. Звони. Артур, ты один? Один, один, открывай. Артур, что это такое? Ты что, спалился? Как видишь. Болван! Учтите, это все он. Я только исполнительница. Что он говорил, то я и делала. Ах ты гнида, да я тебя... Тихо, тихо, уймись. Да она ерунду говорит. Она меня опорочить хочет. Это не я, это она все придумала. Ну, конечно, тебя опорочишь. Ты у нас весь такой белый и пушистый. Я во всем виновата одна. Так, ну все, хватит. Смотреть на вас тошно. Иванов, заводи их в квартиру. Потом разберемся.